В первую очередь напомнить о том, что такое вообще национальная стратегия по правам человека. Это перечень четких задач, которые органы государственной власти взяли на себя абсолютно добровольно. И эти задачи были разработаны вместе с представителями общественных организаций. Они фактически направлены на то, чтобы в нашей стране лучше соблюдались международные стандарты прав человека. Еще раз подчеркну, что никто не заставлял органы государственной власти соглашаться на исполнение этих задач, соглашаться на те сроки, которые оговорены в национальной стратегии. Все на стадии планирования можно было поменять, сделать по-другому и так далее.